так игрок есть эти. Просто здесь игры, знаешь, типа, есть такие, которые, как тебе объяснить бы так, доступно. Эти вот игры, да? Вот как я сейчас играю, скорее всего. А, здесь как? Я смотрю, да. То есть вот эти вот сейвы, они есть как бы в нормал версии, вот которую я не выбрал, да? Я знаю, да, они только есть на медиуме. Да. А, например, на медиуме нет вот этих сейвов. Типа вот такая фигня. Типа этот сейв только на... Двойная диагональ. Блин, а как ее? А, все. Это которая перед сейвом? А? Которая перед сейвом стояла? Да. Ну я просто смотрю стрим, у меня же встает, поэтому. Понял. Ну ладно. Игорь, я этот. Ну я Игорь отвечаю. Я буду проходить на 100% после прохождения. Не знаю, как он ему не надоел. Воло, что надо сделать? А, я понял. Ой, хуй. Он прикольный. Не знаю, может. И я хотел спросить, сейчас что-то забыл спросить тебя, когда стрим будет? Сегодня будет? Сегодня ждать? Да блин, вот я не знаю, надо просто посмотреть, если вот не будет никого дома, но сейчас просто будет, если не пользуется никто не будет пользоваться интернетом, то я могу запустить там на пару часиков, может быть. Какой бред. Как тут залезть-то? Случайно поставил два раза, не заметил. Может быть. Просто как-то. Да ладно, Блэк, все, сейчас иду. Подожди, Сурел, я отойду на. Окей. Да, из этого, из. Я прошел экран. Я прошел экран? Да. Моё. Чтобы спидра не через. Тут. Как? Как это делать? О, как я туда запрыгнул сейчас? Чё ты говоришь? Какая тактика? Я говорю, ты просто прыгни в воздух, нажми Q, умрёшь и кровь, посмотри, где стены. О! Нашел.
Ну ладно, я, наверное, не стрелялся по всему, 2 минуты, короче. Еще одна попытка на последнем. О, я прошел. О, чё таки платформа офигенная. О, диагонали. Сейчас я зайду на канал. Завтра посмотрю, может даже на стрим покажу. Просейв. Ну там просто когда. А, дошел до экрана. Слышишь, дошел до экрана, кстати, не яблоки. Это какой? Ну я не знаю, там помнишь. Не помнишь, где просто одни черри были. Ну, это даже не табон, но. Ты понял, знаешь, что такие вот. Нет. Ну где они, скажи? Там в начале, в этом. В начале сейва. А, я понял. По-моему. О, я прыгнул этот. Так, сейчас бы, блядь, сейв бы не завафлить. Да, я сейв взял. Все, я экран прошу, это да, в портал. Ты сильно там вправо не жми. Убить может. Мне сейчас тупо повезло. Вот. Где лазорка? Что я? Забыл, что ты зашел. Лол, что за дисбаланс? И на каком там, где сразу F-jump надо делать? Да. Я там не F-jump сразу. Нет, не этот F-jump. А там просто именно на середине сейва там есть F-прыжок. О, я. Может это диагональ, типа? Да. Диагональ, блин. Большинство невозможно. Невозможно оказались, однако вот интересуется мностью. Какую? Сразу, блин, пиши. Ну чё, ты где сейчас? О, я сделал. Я вот остановился на каком-то странном месте, где надо, по-моему, влететь между. А ты на каком экране? Этом же, просто я взял сейф там где-то даунски. Блин. Где-то даунские были прыжки с двумя фреймами. А, нет, тут нормально, все нормально. Я сейчас на нем тоже. Ты на нем? Погнал. Нет, я сейчас на этом дропе. А, ну я прошел уже. А, на который. Ну, а, ну вот. Все, я на этом, на фруктов немного. О, я сделал корень. Конечно, я умер. О! Воу! А, я прошу, я сделал корнер скип, но ты потом посмотришь какой-то. О! Да. Я возле сейва, блин, сдох. Ну ладно, пока это нормально как бы. Блин, конечно, экран тупорылый. Как бы ладно, здесь еще ладно, я смогу здесь. Че, сейф типа взять? Ну, окей. Я бы сдал в прокрастинал. Да там не то что. Неудивительно. Ну хотя да. Фу. Ой, ё-моё. Лол, с первого раза. Первый раз такое вижу, чтобы. Нормальный мейкер делал подобный скролл. Убогий. О, найс, я сейв взял.
Еще один. А, все. Еще один сейф взял. GG. GG.